Ефір телеканалу «Беларусь-4» розпочинає інформаційний випуск телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенка. Доброї раніці. У Гомелі розпочалися міроприємства, присвячені Дню пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, які означаються 15 лютого. Вони пройдуть во всіх городах і районах в області. Білоруський фонд міру у гэтыя дні наведує тих, кому такі зустрічі потрібні у першу чергу. Активісти організації завітали до Михайла Аніськовича. Зараз таких, як ён, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідаў першай групы ва ўсёй Гомельскай вобласці ўсяго 5 чалавек. Міхаіл Уладзіміравіч пра вайну ўспамінаць не любіць. Ён быў прызваны на службу ў Афганістан, калі яму было ўсяго 18 гадоў. Праз 2 гады атрымаў сур'ёзную траўму пазваночніка і толькі праз некалькі гадоў рэабілітацыі ў шпіталях вярнуўся ў Гомель. Мір быў, дружылі, это сама. Ні канфлікту не было, і маладзёж, чтоб не воявала больше нідзе наша. Ну, еще, в общем, здоровье. Фонд мира – это миротворческая организация, и поэтому наша главная задача – именно благодарить тех, кто обеспечивает мир, дружбу, согласие. И сегодня мы вот в канун праздника Дня вывода советских войск Афганистана чествуем воинам-интернационалистам, которые исполняли свой долг перед Родиной, и они внесли, я считаю, определенный вклад именно в то, чтобы был мир, дружба на планете. И мы не должны забывать об этих людях, мы должны их навещать, говорить им добрые слова и в силу наших возможностей оказывать и моральную, и материальную поддержку. Новы матэрыял, які не мае аналагаў у свеце, стварылі вучоныя Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. З яго будуць вырабляць чыгуначныя рэйкі. Некалькі сезонаў вопытныя ўзоры праходзілі разнастайныя выпрабаванні. Іх вынікі ўразілі нават саміх вынаходнікаў. Падрабязнасці ў Марыны Север'янавай. Моніка, менавіта такое імя, атрымаў унікальны канструкцыйны матэрыял, з якога метадам ліцця можна вырабляць чыгуначныя рэйкі. Незвычайная назва ўтворана з першых літар трох хімічных элементаў. Гэта малібден, нікель і купрум. А пачыналася ўсё з заказу навукоўцам Беларускага дзяржуніверсітэта транспарту на стварэнне трывалага матэрыялу для сельскагаспадарчай тэхнікі. Атрыманы матэрыял заняў сваё месца паміж чыгуном і сталлю і аказаўся настолькі зносаўстойлівым, што прыйшла ідэя паспрабаваць стварыць з яго рэйкі. Намі в лабараторіі быў палучаны новы высокапрочны чыгун і палучан на него сутэйшы патент. Вот, например, стоит сказать, что при получении патента сопоставлялись там и американские, и английские марки чугуна, но вот наша была уникальная. Вот, уникальность чугуна состояла в том, что была получена такая необычная характеристика. При высокой прочности этот чугун сохранял достаточную пластичность, которая не характерна для обычных высокопрочных чугунов. Например, в ГОСТе, который на данный момент существует, наибольшая прочность чугуна – это 1000 мегапаскалей. Мы же получили 1500. Уже 100 годов рэйкі вырабляюць менавіта со стали. Лишь чугун, акрамя іншага, валодае шэрагам важных уласцівасцяў, якія робяць яго лепш, чым сталь. Гэта самазмазвальнасць, глынанне удару і супраціўленне стомленасці. Лабараторныя даследаванні гэтых характарыстык былі пацверджаны практычна. На працягу некалькіх сезонаў рэйкі праходзілі эксплуатацыйныя выпрабаванні на беларускай чыгунцы. У планах арганізаваць больш фундаментальныя даследаванні ў Маскве. Але спачатку трэба вырабіць неабходную колькасць рэек. Там 6-кіламетровый круг, і па нему пастаянна едуць поезда и нарабатывают 105 до 150 миллионов тонн, пропускают тоннаж. Ну а в год на нашей белорусской дороге в 10 раз этот меньше, поэтому там можно получить более высокий и быстрее результат. Дарэчы, кіраўніцтва расійскай чыгункі зацікаўлена не толькі ў правядзенні выпрабаванняў рэек, але і ў набыцці. Напрыклад, толькі на іх змазванне суседняя краіна штогод траціць каля 15 мільярдаў рублёў, а чыгунныя змазваць не трэба. Акрамя таго, ліццё больш просты, чым пракат сталёвых, і значна таннейшы спосаб вытворчасці. Эскізны праект мы нарисавалі, і цяпер іщем, хто можа зрабіць. Канешна, гэта пад сілу толькі государству. Такому, как Беларусь, трудно, а вот такому, как Россия или Китай, это легко. Но технология остается наша, приоритет остается наш,
И если кто-то будет производить такие рельсы, то это по белорусской технологии. Мы удерживаем здесь приоритет. Каждый год Беларусь тратит 37 миллионов евро на покупку новых реек. Одна тонна каштует 1000 долларов. Чакается, что выраб реек из нового высокотрывалого чугуна будет наполовину тоньше, чем со стали. По словам навуковцев, навод за 10% экономию есть сенс змагаться, а 50% – это соправдный экономичный прорыв. А кроме того, с нового материала можно отримливать профили, которые будут выкористовываться у будовництве. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі открыли обновленную кинозалу «Миньон» у відеоцентра «Октябрьский». Для премьерного показу были обраны романтичная комедия «Римские спотканья» и мультфильм у формате 3D «Медведи Буни. Таємничая зима». Модернизованный объект «Миньон» стал 4-й личбовой кинозалой у Гомелі и 9-й в области. И она различена на 20 месяцев для глядачов. Великий экран, комфортные кресла, якостный гук. Кинозала оснащена самым сучасным кинопроекційним обсталяванням и акустичной системой, что створяет иллюзию полного погружения в фильм. У обновленной кинозале планируется показывать новинки кино у личбовым 2D и 3D формате. «Миньон» будет радовать своих наведвальников с усветными премьерами, стушками у стиле арт-хаус, молодежными и семейными фильмами. Особливостью станет послуга «Кино по запыте», где, кроме основного репертуару, у глядачов будет возможность делать самостоятельный выбор. С фонду фильмов видеоцентра они смогут запытать картины минулых годов або новинки кино на рынку. Кино по запросу – это уникальная услуга, которая, я думаю, что, наверное, в республике мне неизвестно опыт применения такой услуги, когда люди смогут прийти и посмотреть фильмы из нашей библиотеки, в том числе и фильмы, которые у нас так называемые мировые премьеры. И, конечно, этот зал продолжит работу в реализации нашей социальной функции. Будут проводиться кинолектории, будут проводиться различные тематические показы, в первую очередь для учреждения образования, для учащихся учреждения образования Советского района, города Гомеля, по различной социальной тематике. Просто цифровое оборудование предоставляет нам новые возможности. У Добрушским райвыканкаме в урочистой обстановке подячный лист уручили жыхару вёски Карма Добрушского района, который выратовал на пожары 4 человек, 3 детей и пенсионерку. Каля 4:00 раницы мужчина стал сбираться на рыбалку и почул от мати, что соседняя хата охоплена полымем. Рыбалка у вынику не отбылася, зато и рыбак стал героем. Подробязности у Александра Гамолі. Чувство долга, чувство ответственности – это и определяет самое главное настоящего мужчину. Теплые слова, высокая оценка деяниям у надзвучайной ситуации, повага за мужность и самоотданность. Про 14 дзён после пожару Сергей Пералома отримал подзяку от керавництва Добрушского района и территориального отдела МНС. Але героем себе не лишить, говорить на его месте так поступил бы каждый. Немножко руки порезал, но тоже позаживало. 29 студеня Сергей выратовал на пожары у вёски Карма пенсионерку и 3 детей, хлопчика и 2 девчонок. 14-годовая Надея, якая пережила ту кошмарную ночь с особливой теплынёй, сустракая своего воротовальника. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Как рука? Нет, заживает. Ну, хорошо. Как Лёха? Нормально. Об тем, что полмем охоплена соседняя хата, каля 4:00 раницы Сергей почул от мати. Неоткладно кинулся на место здарения и убачил в окне детей, которые кликали об допомозе. Отсутность даху, обгорелые стены и страченная маемость. Вот так зараз выглядая дом, где отбылся пожар. Складано уявить, что здарилось, коли бы на место здарения своечасово не подоспел Сергей. Очаг узгарания находился на веранде. Дети и их бабуля не могли покинуть помешкание про зувоход. Сергей разбил окно в зале, выломал раму и по чарзе вытягнул детей. Каб выртовать пенсионерку, пришлось лезть у помешкание. Детей забрала моя мать сразу, там руки были порезаны, казала первую медицинскую помощь, там перекиси поперементовали, а потом они уже пошли к своим родственникам. Мати Надеи пагэтуль не оправилася от шоку, але вельми подячная своему соседу. Дякуючи самоахвярности Сергея, дети у сями рудзянок 29 студеня теперь будут означать свой другий день нараджэння. Конечно, такой поступок, именно смелый поступок граждан, проживающих в этой деревне, он, несмотря на то, что сказал своей матери, что мама вызывает спасателей, и сам сказал, я побежал спасать, потому что знаю, что в доме находятся дети. Именно такие действия характеризует именно настоящего мужчину, настоящего спасателя.
За проявленный высокий профессионализм при выратовании людей, звычайно рабочий Сергей Пероломов будет номинирован на звание «Выратовальник года» в областном конкурсе МНС. Однако, как признался сам народный выратовальник, для него самая высокая узнагорода – махчимость бачить своих соседей живыми и здоровыми. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Самый старый жыхар Гомельской области проживая у Речицы. Мария Романенко народилась 14 соковика 1910 года. У гэтым же годе, але крыху поздней, народились так само Ганна Комарова со Жлобина и Ганна Климова, так само с Речицы. А вот самый старый мужчина нашего региона сегодня прописаны на Брагинщине. У гэтым годе ему исполнится 105 годов. С долго жыхаром сустрелся Олег Синтиров. Вёска Ленинец, нават по масштабах Брагинского района, невеликая. Сегодня тут проживают всего несколько человек, сярод их и один из самых старых жыхароў Гомельской области. У Вогуле Яков Гацко родился у вёсцы Валахошчына Брагинского района. Теперь она находится в зоне отчужения. В той час житё на белорусском Полесе было совсем непростым. До того ж, про 3 года началась Первая сусветная война, на которую забрали частку мужчин. Потом революция, оккупация войсками кайзеровской Германии, вызволение и коллективизация. У господарца Яков Гацко працевал на посадах, якія зараз называюць паляводчымі. У 39-м у Савецкім Саюзе ўвясцілі ўсеагульную ваенную абавязанасць і з мая 41-га бацька 3 дзяцей баец чырвонай арміі. І зноў вайна, на гэты раз вялікая чынная. Праўда, доўга паваяваць сапёру Якову Гацко не прыйшлося. У кастрычніку трапіў у палон. Кажа, што спачатку накіравалі ў Францыю, праўда, з таго лагеру ён уцёк. Але колькі можа пратрымацца ў чужой краіне чалавек, які не ведае ні аднаго замежнага слова, а таму зноў палон і канцлагер, на гэты раз у Германіі, дзе ён да складно знаходился, долго жыхар уже не памятая, але узгадывая, что приходилось вельми тяжко. На работу гоняли нас, самолеты налетят на город чи куда, разбомбять. Так гоняли убирать камень этого. Об лёсе бацькі яго сям'я нічога не ведала до верасня 45-го, калі ён пасля вызвалення некалькі месяцаў яшчэ праслужыў у чырвонай арміі, пасля чаго дэмабілізаваўся. Праўда, нягледзячы на добры армейскі паёк, гэтага часу не хапіла, каб паправіць здароўе. Дачка Александра ўзгадвае, што спачатку бацьку нават не пазналі, настолькі змяніўся. А што тады пабачылі, дык адны косці папрыходзілі. Гэта ён ужо пазабываўся цяпер, дык ён ужо не знае. А тады пашоў расказваць, дык на голове волос подымался. Как их кормили и били, кажа, их там заставляли эти копы копать. Голодные там, где, кажа, догоришь либо кусочек, кто даст. Так что ж молодому, что за кусочек хлеба. В мирный час Яков Гацко знову працевал у господарцы. После Чернобыльской аварии и отнесения родной вёски до зоны отчужения переехал у Ленинец. Гэтый населенный пункт так само лечится отселенным, але некалькі семьев тут живут. Никуды больш долгожыхар переезжать не збирается. И разом с властными детьми чекая на свое 105-годие 5 внуков, 4 правнуков и 4 праправнуков. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Выстава сюрреалістычных і імпрэсіянісцкіх работ гомельскага мастака Івана Папова адкрылася ў карцінай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі. Экспазіцыя прымеркавана да 50-годзя мастака. Умоўна яе можна падзяліць на 2 часткі. Першая – гэта фантастыка і сюрреалізм, другая – пейзажныя этюды, напісаныя падчас удзелу ў пленэрах. Усяго на выставе прадстаўлена каля 40 работ. Гэта, як кажа мастак, дамашняя калекцыя і на ўсеагульны агляд выстаўлена ўпершыню. Себя именно вот художником-творцом, это тот момент, когда я впервые испытал огромное удовольствие от получившейся у меня работы. Писал просто сам для себя под музыку Жан-Мишель Жарра. Вот я испытал такое истинное удовольствие, что решил, что вот отсюда, наверное, я и начинаю свои первые шаги по-настоящему в творчестве. Насычанасць фарбаў, апакаліптычныя матывы, вобразныя назвы карцін. Усё гэта адлюстроўвае незвычайнае светаадчуванне Івана Папова. Свой нядаўна завершаны твор «Трыпціх адчужэння» сам мастак называе псіхакоміксам. Гэта мастацкая гісторыя, якую майстар прапануе дапісаць самаму гледачу ва ўласным уяўленні. Дарэчы, зрабіць гэта і апынуцца ў сюррэалістычнай рэальнасці Івана Папова можна да 8 сакавіка. І на гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Я і мае калегі жадаем вам добрага дня. Да новых сустрэч у эфіры.